нас у гості сьогодні завітав бджолар Максим Євлампієв. Вітаємо вас! Доброго ранку! Ви сьогодні завітали до нас не з пустими руками і не один. Ви приїхали зі своїми, можна сказати, улюбленцями, якщо так можна їх назвати. Ви приїхали до нас зі справжніми живими бджолами і будемо сьогодні говорити про те, яку користь вони ще, окрім меду, окрім ще якихось речей, можуть надати нашому організму. Да, именно так, потому что сколько уже было передач, мы все время говорили о каких-то продуктах пчеловодства, насколько они полезны, разные сорта меда, много всего, и как-то упускали из виду самих пчел. А ведь, собственно, они это все делают, они все это производят, и, кроме того, сами пчелы используются активно для лечения различных заболеваний. Ну, как известно, лечение пчелами и пчелопродуктами называется апитерапией. И вот, собственно, о таком разделе, как пчелоужаление, мы сегодня и поговорим. В першу чергу, як ми вже з вами спілкувалися до початку нашого ефіру, варто повідомити, що пчоли не кусають. Именно так. Пчоли не кусають, ведь чтобы укусить, нужны зубы. А у пчел их нету, поэтому пчелы жалят. У них есть жало, как, собственно, у ос, как, собственно, и змеи тоже жалят, хотя у них зубы, но это уже другое дело. Пчелы жалят. Усі дуже бояться бджіл, я думаю, ну не усі, але люди бояться бджіл, тому що вони можуть вжалити, у когось може з'явитися алергія, ще багато чого. Сьогодні разом з вами ми поговоримо про інший бік жала пчели, про позитивний бік. Да, дело в том, что пчелиный яд – это очень активный такой фермент, грубо говоря, состоящий из множества компонентов, и он оказывает на человеческий организм очень широкий спектр действия, и благодаря ему можно лечить большое количество заболеваний. Ну, опять же, должен сказать, что я не врач. Поэтому конкретных рецептов, сколько пчел на какое место нужно посадить, я давать не буду и не имею права. Дело в том, что это очень опасно может быть, связано с аллергическими реакциями. Поэтому, если вы решите заняться лечением при помощи пчел, то лучше это делать у специалиста, у которого есть медицинское образование, хотя бы минимальное, ну и какие-то навыки в реанимации, потому что в любой момент не может развиться аллергия. Не вистачає нам зараз рядочка, не повторюйте вдома самостійно. Все це необхідно робити тільки у присутності лікаря та кваліфікованих спеціалістів. Именно так, да. Поэтому будьте аккуратны в этом плане, потому что пчелиный яд очень аллергичен. Конечно, его особенность заключается в том, что идет привыкание. То есть, если у вас аллергия не настолько сильна, что вам вообще нельзя применять пчелоужаление, то со временем реакция уменьшается. Ну, например, как у всех пчеловодов, грубо говоря. Даже у меня после зимы, после того, как несколько месяцев меня пчелы не жалят, поначалу может проходить опухание, там какие-то реакции. Потом практически организм уже не замечает. Но есть и другая сторона этой медали. Дело в том, что яд накопителен в организме. И то есть в какой-то момент просто может резко, даже у человека, у которого нет аллергии, но постоянно проходит потребление яда, постоянно он присутствует, может возникнуть аллергическая реакция. А вы не боитесь этого, постоянно спілкуючись с бджолами? Я боюсь. И у меня один раз был такой случай. Ну, правда, не от пчелы, меня ужалила оса, и у меня пошла аллергия, да. Поэтому с тех пор я держу постоянно рядом какое-то антигистаминное средство, чтобы в случае чего обязательно применить его. Зрозуміло. Вот. По поводу болезней, которые могут лечиться при помощи пчел, это заболевания нервной системы, это заболевания сердечно-сосудистой системы, артриты, артрозы, в общем, спектр очень широк. Кстати, артроз я сам себе тоже лечил, сустав болел, я посадил несколько пчел, и уже даже от одного курса, грубо говоря, от разового применения сразу наступило полегчение, и да, облегчение, вот. Врачи мне не смогли в этом плане помочь, пришлось взять все в свои руки. Значит, что еще можно сказать? Можно показать. Давайте, показывайте зараз. Та-да-да-дам. Да, если сразу предупреждаю, если пчелы разлетятся вдруг по студии, то ничего страшного. Не боимся. Да, не надо бояться. А дегистамин у нашего гостя есть. Вот теперь главное ее отсюда выловить так, чтобы не повредить. Дело в том, что обычно используются специальные пинцеты, а у меня в данном случае обычный.
Ну что, берется пчела и сажается на какую-то часть тела. Она жалит. Дело в том, что у пчел идут, жало идет как гарпун. Оно с зазубринками. Поэтому, попадая в мягкие ткани, кожу человека, животного, оно застряет там и отрывается. Поэтому, собственно, пчела и гибнет. В отличие от ос. У ос жало абсолютно гладкое. Поэтому оса может ужалить несколько раз подряд, и она не умрет. Ага, тобто ос необхідно боятися більше, тому що якщо вона вже нападає... Да, вона може... Вот у мене теж були случаи, коли під одежду залізла оса і буквально як іголкою прострочила раз 8 подряд. Да, то есть такі вот моменти. Значит, при ужаленні нужно жало сразу не удалять. Угу. Дело в том, что жало, оно, можно сказать, это особый такой аппарат. В нем присутствует мешочек с ядом. Он, ну вот на конце, вот так, в основании, да, мешочек с ядом. И как маленький насос. То есть, когда пчела жалит и жало остается, то яд постепенно из этого мешочка докачивается. Значит, крапельница. Да, вроде того. Поэтому, как определяется, в процессе ужаления можно увидеть, что движется. Жало, оно пульсирует. Угу. Вот когда пульсация заканчивается, тогда его можно уже извлекать. Тогда понятно, что весь яд уже попал в организм. Угу. Вот. Ну я сейчас... Да, в принципе, можно уже не ждать, можно уже удалить. Обязательно жало нужно удалять, потому что иначе может загноиться. Все-таки это инородное тело в организме. Вот, ну, реакция, в принципе, пошла. Вокруг ужаления белое образование. Угу. Это белые кровяные тельца усиленно начинают справляться с действием яда. Ну и потом может пойти покраснение. Ну, я же говорю, что я человек привычный, сезон только прошел, еще иммунитет остался, поэтому практически реакции дальнейшей может и не пойти. Хотілося б тепер для телеглядачів, які дійсно зацікавилися таким методом лікування, такої терапії, на що варто звернути увагу, можливо, які медичні обстеження необхідно пройти, до якого з лікарів звернутися, щоб пройти обстеження і знати, чи є в тебе алергія, чи нема. І не кому протипоказано? Значить, прежде всего, нужно знать, есть ли у вас алергія именно на пчол. Ведь, имея алергію на много разных раздражителей, на пчол может не быть. Угу. Проверяется это путем ужаления. По-другому проверить сложно. То есть в основном проверка идет в районе надпочечников. То есть нужно посадить на поясницу в районе надпочечников, потому что там самое чувствительное, грубо говоря, у человека место для пчелиного яда. Угу. Опять же, если реакция нормальная, то делается контрольный. Можно сказать, контрольная проверка. Если уже за два раза показывает, что нормальная реакция, никаких осложнений нет, ну, то есть опухоль, конечно, может возникнуть, это такое у непривычного человека. Тогда это уже стандартная реакция. Это стандартная реакция, да. Если нет там помутнения, если нет сильного опухания, там, одышки, всего такого, то, в принципе, ну, сами вы не будете этого делать. Так, в любом случае, это будет под контролем врача, и в случае чего вам помогут. То есть, но опять же, нужно быть аккуратным. Если у вас уже есть аллергические реакции на другие раздражители, то с пчелами тоже нужно быть поосторожнее. И потом уже курс назначается в зависимости от вашей проблемы. То есть, это может быть именно по месту, по суставам, по позвоночнику, по шейному отделу, как и по всему телу. То есть, кроме действия яда, еще как у акупунктуры, у лечения иголками, происходит именно за счет того, что шприц такой себе одноразовый, натуральный, вот. В виде жала пчелиного. А щодо сезонності лікування, у якій сезоні ви порадили найкраще, можливо, коли яд активує свої найкращі речовини? Лучше всего, конечно, уже летом, ну, грубо говоря, с мая и вот по сентябрь, наверное. Потому что в зимний період пчели менее активны, и яд менее активен тоже. Угу. Можно и зимой, дело в том, что ну, пчелу можно из улья достать в любой момент. Но яд менее активен, и поэтому нужно больше пчелоужалений.
Зрозуміло. В среднем для человека, не страдающего аллергией, до 50 пчелоужаленей за раз, в принципе, более-менее нормально воспринимается. Смертельно около 200-250. Но опять же, нельзя забывать, что в случае каких-то осложнений может убить и одна пчела. Поэтому нужно быть аккуратным в этом плане. Я думаю, задам зараз найпростіше питання. Це сильно боляче. Должен сказать, что это скорее страшно. Угу. За одно ужаление это не так уж и больно. Вот. Конечно, есть болевой эффект. Но должен сказать, что в состав яда входят ферменты, которые есть анестетиками. Угу. Причем сильнее морфия. Поэтому, по большому счету, после первых вот нескольких там секунд болевых ощущений сильных, угу, потом идет как бы процесс онемения. То есть, если у вас артрит или артроз, и вам нужно полечить больной сустав, то несколько секунд терпения – это мелочи по сравнению с постоянно воспринимаемой болью. Ми з вами тільки ще обговорили усі позитивні моменти лікування бджолиним ядом, але я думаю, варто ще повідомити нашим телеглядачам, для тих, хто не планує лікування бджолами, але бджола все ж таки ужалила, що можна зробити для того, щоб полегшити ефект, тому що може з'явитися невеличкий зуд, може з'явитися почервоніння. Що ви порадите, як людина вже багато разів вжалена бджолами? Ну, в первую очередь, если нету под рукой какого-то противоаллергического препарата, то я советую водку. Водка, спирт, самогон, любой содержащий спирт в большом соотношении продукт. Помазать место, если совсем плохо, принять внутрь. Дело в том, что алкоголь нейтрализует в какой-то степени действие яда. Это уже неоднократно проверено. Многие врачи со мной могут не согласиться, но практика показывает, что если даже сильно пожалили, такое бывает, там какие-то бывают непредвиденные ситуации, то алкоголь нейтрализует действие яда, и поэтому это как один из способов. А ось бабусині методи, як нас вчили ще бабусі, там взяти цибульку, взяти картоплинку, потерти місце. Лук теж, да, лук теж може нейтралізувати. Насчет картошки не уверен, насчет лука, якщо чесно, теж как бы не сильно пробував. Вот, под рукой всегда есть скорее спиртосодержащие вещества, потому что они и при работе используются, чем идти где-то искать лук. А що ви порадите, якщо людина попала під рій бджіл, що необхідно зробити для того, щоб вони тебе оминули, тому що самі по собі вони, звісно, нападати на тебе не будуть? Прежде всего, рой пчел, если это именно как понятие рой, он не особо опасен. Дело в том, что пчелы, покидая улик, запасаются большим количеством меда. Им нужно несколько дней, пока они себе найдут новое жилье, как-то проживать. И вот в этом кроется вот такая маленькая хитрость. Когда у пчелы полный животик меда, она не может ужалить. Чтобы ужалить, пчела должна брюшко свое загнуть и выпустить жало. А когда оно полное, она не может ужалить. Поэтому, грубо говоря, пчелы в самом рое, они безобидны. Поэтому, когда пчеловоды ловят рой, стряхивают там 20-30 тысяч пчел в этом рое находится, то ужалит, ну, одна-две, буквально несколько пчелок, и то... Те, які халтурили, набрали меду. Либо случайно попавшие в рой, просто со стороны. Они как, давай я за компанию сгоняю со всеми, полетаю. Вот. Поэтому роя бояться не стоит. А бояться стоит пчел в период осенний. Вот, сентябрь, октябрь, в этот период цветы перестают цвести, кушать нечего, пчелы становятся злые и раздражительные. Ну, как и любой голодный организм, да. Поэтому даже я в такой период на пасеке без спецодежды боюсь показаться. Вот. Ну, главное, первые меры предосторожности в любом случае – отсутствие сильных запахов. Пчелы не переносят сильные запахи. То есть ни духов, ни перегара, ничего такого быть не должно. Второе. Никакой шерстяной одежды. Пчелы думают, что вы животное, медведь. Все, вас надо атаковать. Вы представляете опасность. Шерсть нельзя. Ну, как можно больше частей тела должны быть покрыты одеждой, закрыты. И не паниковать. Пчелы ненавидят резкие движения. Поэтому ни в коем случае... Не бежать, не махать руками. Не робити отак, як ми завжди робимо. Вот так вот точно делать нельзя, да.
Просто аккуратно, не спеша покидать пасеку. Может быть, накрыться чем-то еще, чтобы пчелам было посложнее к вам проникнуть. Но в любом случае, пусть лучше вас ужалит одна-две пчелы, чем вы создадите панику, и на вас накинутся все остальные. Поэтому будьте аккуратны и внимательны, собственно, на пасеке, да. Дякую вам, що сьогодні завітали до нашої студії. Я нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні бджолинотерапію ми обговорювали з бджоляром Максимом Євлампієвим. Продовжуємо наш цикл. Зовсім скоро вже ми будемо говорити про наступні теми, як ще можна використовувати продукти бджільництва.